До 2024 года в каждой школе, где есть советник по воспитанию, уже должен быть открыт свой школьный театр. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. На первый взгляд, задача сложная, ведь не в каждой школе есть подходящее для театра помещение. Но это не должно и не может быть препятствием. Для того, чтобы развивать театральное направление, здесь не так много и требуется, да, потому что театральных направлений очень много. Это же не всегда бывает вот в классическом виде школьный театр, да. Это может быть и сценическое слово, можно начинать даже с этого. То есть если пока нет возможностей других, ни инфраструктурных, ни организационных, то можно начинать с малых форм. Однако даже для малых форм нужны кадры, инициативные педагоги или деятели культуры, которые возглавят направление, чтобы для ребят погружение в театральное искусство стало живым творчеством. Конечно, дети будут в этом участвовать, потому что им это интересно. Но прежде всего, конечно, у нас все завязано на финансовой деятельности, да? Это нужен преподаватель, и я считаю, что это должен быть специалист, который должен прийти к нам в школу. И, конечно, сейчас этим занимаются наши учителя, которые, да, у которых есть энтузиазм, у которых есть желание. Но я думаю, что такое важное дело должен вести все-таки специалист. ТЮЗ готов стать методической площадкой и помощником в театральной жизни школы. Кроме того, постановки театра помогут педагогам напитаться идеями, а детям ближе познакомиться с русской классикой. Тем более, что с пушкинской картой профессиональный театр стал гораздо доступнее. 5000 рублей на карте, которые ребенок может потратить на походы в театр, кино, музей и так далее. Но и самое главное, что мы предлагаем. У нас 43 учреждения, более 500 интересных мероприятий, которые прошли модерацию и так далее. То есть это такой мощный ресурс приобщения наших детей, нашей молодежи к культуре. Нам очень важно, когда учителя города Севастополя вместе с нами воспитывают юное поколение. Они дают знания, мы даем какой-то эмоциональный фон, погружаем в русскую классику. У нас богатый сейчас репертуар в качестве русской классики, которая входит в школьную программу. Театральным сообществом уже разработан проект с рекомендациями для педагогов, как развить сценическое творчество в школах. Начинание очень важное, ведь театральное творчество даст детям серьезный опыт общения, самопознания и уверенности в себе. Алевтина Игнатьева, Наталья Шульга, Денис Прошин, новости Севастополя.